В Михайловском сельском поселении состоялась открытая сессия совета. Глава Елена Клименченко представила отчет о работе администрации за 2022 год. Бюджет небольшого поселения чуть более 13 миллионов рублей. Но несмотря на ограниченные финансовые возможности, проводились работы по благоустройству, содержанию жилищно-коммунального хозяйства и наведению санитарного порядка. Глава администрации, в свою очередь, поблагодарила жителей за активное участие в субботниках. Люди имели возможность задать любые интересующие вопросы. Касались они уличного освещения, наличия тротуаров, вхождения в краевую программу по капитальному ремонту клуба в хуторе Ананьевском и многого другого. Поселению предстоит решить еще множество проблем, но за свою работу глава сельской администрации удостоилась похвалы от местных жителей. Я ставлю оценку отлично. На плечи этой женщины легли очень такие проблемы, которые любому мужчине даже не под силу. Деятельность Елены Клименченко депутаты признали удовлетворительной.